Число жертв землетрясения в Индии достигло 11, пострадали более 130 человек. Данные, скорее всего, не окончательные, разбор завалов еще не завершен. Землетрясение произошло рано утром по местному времени. Эпицентр находился в штате Манипур, но подземные толчки ощущались по всему северо-востоку страны. Часть удара приняло на себя соседнее государство Бангладеш, в том числе его столица. Стихия разрушила десятки домов, несколько городов остались без света и телефонной связи. Ведущих и гостей ток-шоу на одном из индийских телеканалов землетрясение застало во время прямого эфира. В студии частично обвалился потолок, но никто не пострадал.